устроила ему вечеринку. Я сделала тебе подарок. Это так мило. С днем рождения. Какой жуткий домик. Я так старалась. Вечеринка, отстой. Не обращай на них внимания. Я плохая хозяйка для котика. Нужно срочно что-то придумать. Идем за мной. Мы в моей мастерской. Я построю для котика моей сестры дом мечты за 10 тысяч долларов. Мне понадобится помощь. Привет. Привет, Саммер. Моя сестра плачет, потому что все высмеяли домик, который она построила для своего котенка. Это ужасно. Я хочу сделать ей сюрприз и построить самый лучший домик для котика. Это супер идея, я в деле. Как ты это делаешь? Можешь потрясти немного? Окей. Ох, какой у нас план? Нужно отвлечь мою сестру, чтобы она ни о чем не догадалась. Возьму это на себя. Отлично. Вот чертеж будущего домика. А ты уверена, что это отличный домик? Давай спросим у зрителей. Вам нравится больше домик Джейд или Саммер? Напишите в комментариях. Мой лучше. Нет, мой. Победит сильнейшая. Ты сама напросилась. Извини, кажется, я увлеклась. Я тоже, прости. Давай вместе сделаем макет. Сделаем внутри аквариум. Должна быть отдельная комната с игрушками. Нам нужен бассейн. Мы кое-что забыли. Милого котика. Так будет выглядеть дом, который мы построим. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть, как мы это сделаем. Теперь мне нужно попасть в строительный магазин, но сестра не должна меня видеть. Предоставь это мне, и я ее отвлеку. Привет. Ты почему грустишь? Привет, Саммер! Я испортила день рождения котику. Что за глупости? Вы просто забыли загадать желание. Вау! Смотри, какой торт тебе приготовили. Только закрой глаза, а то не сбудется. Отличная работа. А мы отправляемся за покупками. Нужно скорее купить все необходимое и приступать к строительству. Привет! Это мне пригодится. Возьму всего с запасом на всякий случай. Дороговато. Или нет? Теперь у меня есть все, чтобы начать строительство. Долго. Ребята, вы должны мне помочь. Ставьте лайки, чтобы мне быстрее отсканировали товары. Я очень тороплюсь. Осталось совсем чуть-чуть. Отлично. Спасибо вам. Надеюсь, деньги он быстро считает. Спасибо, хорошего дня. Я приготовила малышке сюрприз. Целая коробка с крутыми гаджетами для котенка. Я же тебя слышу. Тебя не проведешь. А кого тут защекотать? Давай посмотрим, что там. Давай. Мне тоже интересно. Итак, первый гаджет. Какая крутая игрушка. Попробуй с ним поиграть. Ее. Молодец, хватай. Следующий лот. О, оно большое. Посмотрим, будет ли он бегать.
что это? Какой-то странный домик. Он еще маленький для него. Ну ничего, подрастет. Что у нас тут? Это игрушка лазер. Тебе какая больше нравится? С глазом. Да, мне тоже. Давайте уже играть. Круто! Что это? Ничего. Играйтесь, а я пойду посмотрю. Там еще много гаджетов. Странная она. Ты нас чуть не раскрыла. Я случайно. Зато теперь у нас есть все для постройки. За работу! Я хочу, чтобы у котика был стильный и в то же время комфортный домик, где будет все, что ему нужно. У меня уже есть кое-какой опыт в постройке домиков, поэтому думаю, у нас все должно получиться. А у нас неплохо получается. Давайте посмотрим, что делает Джейд. Передай шуруповерт. Держи. Аккуратно. Если разобьется, второго у нас нет. Проще простого. Моя сестра не будет тебя искать? Я купила котенку много гаджетов. Так что они пока заняты. Под эту музыку это очень круто выглядит. Давайте включим другую. Уморительно. Не зря я ее купила. Теперь моя очередь. Только будь аккуратна. Это тебе не игрушка. Да-да. Готово. А ты переживала. Попалась. Это всего лишь игрушка. Не смешно. Вы тоже поверили, что она настоящая? Напишите в комментариях. Нужно проверить, как там сестра Джейд. А я пока продолжу работу над домиком. Она, наверное, уже заскучала. Ну как вы тут? Мы играем. Тут столько интересного. А где ты была? И где Джейд? Мы кушали. А Джейд поехала за едой. Вы же только что кушали. Вот я и говорю ей не налегать на сладкое. У меня есть идея. Мы нарисуем картину. С тобой и котиком, чтобы запечатлеть этот день. У нас будет общий портрет. Что это? Пока Саммер отвлекает мою сестру, я заканчиваю основную часть нашего домика. Я зеленю крышу, чтобы она не смотрелась скучно. Уже не терпится посмотреть, что у нас получится в конце. Постарайся, чтобы мы получились красивыми. Доверься мне, я профессионал. Я очень давно не рисовала. Надеюсь, у меня получится. Я так и хотела. Этим мы украсим фасад дома, чтобы он выглядел более стильно. То, что нужно. Второй этаж почти готов, и я буду переходить к завершающему этапу постройки. Ладно, попробуем по-другому. Так тоже неплохо. Постарайся не двигаться. Хорошо. Закончи ты без меня. Интересно, как там дела у Саммер? Уверена, мне не о чем переживать. Лучше займусь покраской. А ты как тут оказался? Я пришел помогать. На чем я остановилась? Точно. У меня такое чувство, что я что-то забыла. Мы закончили.
закончили. Можете посмотреть, что получилось. Вау! Я вышел красивым. Рисунок очень крутой, потому что вы отлично позируете. Второй этаж готов, и можно обставлять наш новый домик. О, нет, я забыла сходить в зоомагазин и купить все для котика. Добро пожаловать в наш магазин. Привет! Тут я смогу найти все, что нужно для котенка. Какая прелесть! Беру. Лоток точно нужен, даже два. Это не для котенка. Позже вы сами все увидите. Нет, 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 нет. Выбирайте все, что понравится. Ура! Я хочу купить одежду для котика. Какой красивый. Давайте что-нибудь подберем. А мы немного осмотримся. Тут столько всего интересного. Что вы здесь делаете? Джейд? Мы пришли купить одежду для котенка. Покупай все, что нужно, и скорее уходи отсюда. Окей. Ну что, вам что-то понравилось? Я не могу выбрать. Давайте посмотрим еще раз. Они все красивые. Мы берем все. Да, все, идем быстрее, мы торопимся. Наконец они ушли. Нужно быстро все купить и доделать домик. Нет времени долго ходить по магазину, поэтому наберу всего и побольше. Хотя, возможно, я немного перестаралась. Приходите еще. Кажется, я потратила больше, чем хотела. Пора возвращаться в мастерскую. Пришло время обустроить домик и сделать его более уютным. Динь-динь! Время обеда. Не все маленькие котята контролируют, сколько им можно есть. И добавить воду. Поскольку у нас будет аквариум, его тоже нужно украсить. Я накупила разных красивых камней и растений. А еще вот этих милашек. Хорошо, что убирать за котиком будет моя сестра. А что? Она должна учиться ответственности. Котику точно понравится такая лестница. Такая мягенькая. Класс. Где Джейд? Она скоро будет, она убирает. Вы от меня что-то скрываете. Так и есть. Нет, что за глупости? Я сама ее найду. У нас мало времени. Она быстро найдет Джейд. Твоя сестра скоро будет здесь. Помогай. Нужно быстро заканчивать. Готово. Мы это сделали. Да, у нас получилось. Что у вас получилось? И где ты все время пропадаешь? Сестренка, мы приготовили тебе сюрприз. Новый домик для твоего котика. Вау, Джейд, это потрясающе. Какой красивый домик. Вы даже бассейн сделали. И аквариум. Ты самая лучшая сестра. Я думаю, это моя лучшая работа. Заходи, малыш, это твой новый дом. Как тут просторно. Еда просто объедение. Смотрите, сколько у меня игрушек. Это было сложно, но оно того стоило. Ты это слышала? Кажется, кто-то дерется. О,
просто девочка. Ты пришла за конфетами? Я пришла по поручению вашего босса. Меня зовут Джейд. Здорово, а я Кортни. Мы должны оставить этого котика и... Мы должны найти ему новых хозяев. Он останется со мной. Ну и где он будет жить? С хомяком? Никогда! Я построю ему дом. Ну и с чего ты собираешься его делать? Из этого получится отличный домик. Посмотрим, кто справится раньше. Уверена, найдется много желающих забрать такого сладкого котика. Это лишнее. Я в порядке. Мяу. Мне нравится. Тик-так, тик-так. Тик-так, тик-так. Тебе удобно? Мяу. Очень профессионально. Я все расскажу боссу. Эй, Кантри! Я Кортни. Я так и сказал. Ты хочешь, чтобы эта злюка оставила котов? Да, да, да. Ты должна ее напугать. Она обожает хэллоуинские пранки. Правда? Я не умею врать. Чему ты смеешься? Неважно. Сделай это, она обрадуется и оставит котов. Спасибо, Кенни. Я Кел. А, неважно. Вам обязательно понравится этот пушистик. Так обрадовалась, что уснула. Вставай, Соня! А, мне снился такой страшный сон! А что я делаю на полу? Тут у нас будет спальня. Как тебе? Мне нравится. Я так рад, что ты меня нашла. Хе-хе-хе-хе. Радуйся! Радуйся, пока можешь! Вы думали завести кота? У него блохи. О! Хорошего дня. Может быть, этот? Okay. Вот тоже хороший вариант. Да, это подойдет. Мне нужно одеть собаку. Но у меня всего $2. Извините, ничем не можем помочь. У меня есть идея. Это может быть интересно. Mm-hmm.
спасибо. Обращайся. Класс! Отличная работа! Но я немного скучаю по Кортни и животным. Интересно, чем они заняты? Что? Так-то лучше. Я вернулся! Я очень рада тебя видеть. Но почему ты не в ТикТок-хаусе? У тебя все хорошо? Да-да, все супер. Я стал главным в ТикТок-хаусе. Контент на высоте. Так ты просто в гости? Нет, Кортни. Окруженный славой и богатством, всеобщим признанием и поклонением, я начал задумываться, что для меня действительно важно. Эй, ты меня слушаешь? А, да, прости. Так вот, я понял, как ты нуждаешься во мне, и я не могу оставить наших животных. Вообще-то все хорошо, только... Не стоит меня уговаривать. Так и быть, я пожертвую карьерой и вернусь обратно ради тебя. Спасибо тебе большое, я так рада. Команда! Ну что же, приступим. Тут не мешало бы прибраться. Но... Кажется, она хочет отвлечь тебя. Я с ним согласен. Что за глупости? Я мигом управлюсь. Кто это вообще такая? Ее прислал босс, и она хочет найти моему котику других хозяев. Ну так отдай. Ни одной тебе нужны животные. Нет, мы построим ему дом, и он останется. Мы? Да, ты не поможешь. Я тебе заплачу. Вот столько. Я смогу купить все, что угодно для своего блога по рукам. Задание выполнено. Отлично. Повесим это здесь. Какой хороший котик. Скоро мы найдем тебе новый дом. Не трогай меня. О, я тебе нравлюсь. Нет, какая же ты... What? Испугалась, трусишка? Очень смешно. Смотри. Котик будет в восторге. Добрый день, чем могу вам помочь? Мисс, я ищу для себя игрушку. Отлично, у нас большой выбор. Еще один шедевр. Еще чего? Это для покупателей. Какой же он скряга. Ну, пожалуйста. Спасибо. Я никому не отдам своего котика. Она покупала корм и просто хотела погладить кота. Это правда. Что? Он останется со мной. Мой план работает!
Теперь займемся этим. Это еще зачем? Я тоже хочу. Почухайте меня. А? Эй, Карли! Кортни, вообще-то... Я так и сказал. Джей доставит этих милых сорванцов? Нет, она даже сделала объявление. Думаю, она обижается, что ты недостаточно напугала ее. Думаешь? Уверен. Поднеси меня ближе. Не так близко. Теперь слушай. А со мной поделишься? Кто это? Это я, кролик. Ты меня понимаешь? Да, а ты меня? Это так странно. Хорошо, ты должна оставить кота. Да ну, с чего бы? Или оставь котиков, или познаешь мой гнев. Ха-ха-ха, кто у нас тут такой грозный? Кортни! Возвращайся к работе. Простите ее, ха-ха, за работу. Добро пожаловать. Это ко мне. Ага, молодец, Кортни. А мне нравятся все. Он хочет все три. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Милая мисочка для миленьких котиков. Окей. Столовая готова. Командная работа. А это поставим сюда. О, я съем твои мозги. У меня они хотя бы есть. Синее чудовище. Руки прочь от котика. Прости, прости, прости. А зачем ты так оделся? Это все идея Джейд. Она меня заставила. Но зачем? Хотела проучить тебя за твои пранки. Прости, я думала, она любит пранки. И если я ее напугаю, она оставит кота. Как тебе это в голову пришло? Мне хомяк подсказал. Кажется, пора сваливать. Прощайте, неудачники. Живым я вам не дамся. Ты серьезно? Я больше так не буду. Прости, прости. Неважно. Смотри, сколько просмотров. Ты уже не боишься? Что за чушь? Я сразу понял, что это Энди просто подыграл. Кортни, а ты ничего не забыла? Как договаривались? А? Ты меня обманула! Мама, посмотри, это он! Да, это он! Это мой кот! Его уже забрали, как жаль! Держи, уверена, ты будешь отличной хозяйкой! Она милая, я не против. Ты правильно поступила, горжусь тобой.
Как это мило. Ты всегда такая приветливая. А ты вообще кто? Что? Я тут работаю. Я был тут все это время. А, я думала, ты тоже зверушка какая-нибудь. Пока. Кто тебя назначил главной? Моя мама, ваш босс. Мама? Мама! У босса есть дочь? Да, будем сотрудничать. Пропала. Очень жаль, но мы не занимаемся поиском животных. Может, это тебя утешит? Как насчет сладостей? Теперь занимайтесь. Подсказка. Это Джейд. А это еще что? О, нет. Кортни? Да, а ты Джейд, все правильно. Узнаешь это? Мама тебя уволит, быстро развяжи меня. Ты потеряла его, когда крала собаку. Я не понимаю, о чем ты. Маленькая девочка и ее милашка Корги. Видела их? Я все время была дома. Не вынуждай меня, Джейд. Я не знаю, о ком ты. Я была дома. Нет. Может, ты и не крала, но ты была там. Где была? Ты меня вынуждаешь. Не делай этого. Нет. Последний шанс. Где собака? Ты монстр! Кортни! Говори, или никогда его не увидишь. Хорошо, я их видела. Но я никого не крала. А что ты там делала? Я проходила мимо какого-то дома. И там была девочка с Корги. Я споткнулась, и все мои мишки Ганни рассыпались. Я пыталась их спасти, но один все-таки упал. Я хотела его выкинуть, но не нашла урну и просто откинула с дороги, пока никто не видит. Мне стыдно было сказать, что я намусорила. Вот я и не хотела рассказывать. Почему я чую? Вранье. Хорошо. Я не могла его там оставить. Я очистила его, пока никто не видит, и съела. Такая мелочь. Могла бы и сразу сказать. Так-то лучше. Неловко вышло. Еще раз, и ты уволена. Теперь ты будешь жить со мной.
Оу, ну что ты сразу гавкаешь? Смотри, что у меня есть. Эй, может это? Ауч, давай дружить. Может, в сети смогу что-то найти? Энди? Попался! Отпустите! Это все Джейд! Я не виноват! Где собака? Давайте еще кадр. Может, добавить мужественности? Кортни, что это на тебе? Где собака? Хот-дог? Оу, два, пожалуйста, и колу. Диетическую, пожалуйста. Корги маленькой богатой девочки. Я не знаю, о ком ты. Ты не оставляешь мне выбора. Или рассказывай, что ты знаешь, или я скину этот Джейд. Ты не можешь. Ну хорошо, я видел девочку с Корги. Я снимал себя для моих любимых подписчиков, а возле дома девочка играла со своей собакой. Песик был такой милый, и я решил снять с ним пару кадров. Всем так понравилось, но его хозяйка – маленький демон. Она потребовала с меня денег. Когда я показал пустые карманы, заставила меня изображать собаку. Поэтому никто не должен об этом знать. Я бы на это посмотрела. Кортни, ты забудешь об этом. Хорошо, хорошо. Я тебе помогу, но ты удалишь видео. Договорились. Привет, ребята! Кортни нужно найти собаку для девочки. Напишите в комментариях, у кого пропал любимец и как вы его нашли. Возможно, мне стоит проследовать по следам. Может, они приведут меня к собаке. Маска. Спасибо, сам сделал. Удобная? Иногда натирает. Понятно. Я нашла его. Ну вот, я вернулась к началу. Только время зря потеряла. Хе-хе, она никогда ее не найдет. Сидеть, лежать, служить. Попробуем по-другому. Давай же, служить, служить. Стоять, молодец. И в кого у тебя такой характер? Мне еще долго ждать, поторопись. Бейли, ко мне. Я приготовил тебе подарок. И ты мне тоже. Фе, плохая собака. Ну вот, теперь порядок. Нет! Да ты издеваешься! Из него вышла бы отличная собака. А что если думать не как человек, а как собака? Ew.
кажется, это слишком. Не лучшая моя идея. Кевин, что ты тут делаешь? Стой! Не убегай! Выходи, мне нужно поговорить. Я тебя все равно найду. Что это? Или это тут лежать не должно? Хе-хе, еще чего? Мозгов не хватит! Да как он это делает? Бо! Я Кевин! Вот ты и попался. Почему я раньше до этого не додумалась? Отпусти меня! Не так быстро. Сначала расскажи, что ты делал возле того дома. Это тебя не касается. Или говори, или я твою клетку сдам еще 15 хомякам. Что? Хорошо, слушай. Присоединяйся ко мне. Вместе мы захватим людей. А сколько животных в твоей армии? Если согласишься, будешь второй. Какой ты смешной. Ты мне за это ответишь. Я пришел, чтобы она ответила за оскорбление. Как ответила? Эй, стой! Бо! Это не мое. Я еще до вас доберусь. Да как у тебя это поместилось? Ты неисправим. Спасибо за сотрудничество. Добрый день. Чем могу вам помочь? Стоп, она меня не узнала. Может, мне повезло? Моя собака не хочет играть. Это все бесполезные игрушки. Не расстраивайтесь, с этой игрушкой она точно будет играть. А какого размера собака? Вот она. Какая прелесть, думаю, должно сработать. Рада, что вам нравится. Хорошего дня. Так я никогда ее не найду. Бедняжка, ее, наверное, мучают. Или ее морят голодом. Возможно, даже держат на привязи. Даже магия не помогла. Я не знаю, что еще придумать. А ты пробовала поспрашивать у других собак? Нет, а как это поможет? Наверняка кто-то их видел. Я поспрашиваю. Я знаю, где она. Сработало? Ну, конечно, за мной. Она здесь. Точно должна быть тут. Ты сделала все, что могла. Смотри, кажется, это ее ошейник. Он сбежал. Спасибо за помощь, но, похоже, мы опоздали. Прости, я почти нашла Бейли, но они сбежали. Они сейчас могут быть где угодно, возможно, даже в другой стране. Я не знаю, что еще можно сделать, чтобы найти их. Бейли, я так рада! Что? Ты? Заберите ее, она невыносима. Посадите меня скорее в тюрьму. Я помню тебя, ты приходил за игрушкой для собаки. Зачем ты ее украл? Я всегда мечтала о собаке, но родители мне ее не покупали. Это так грустно. Я видел богатую девчонку, она так весело играла с собакой, и я вспомнил про свою детскую мечту. Тебе повезло, что мы не сдадим тебя в полицию.
Простите меня, я готов понести наказание. Что? Не сдадим? У меня есть идея получше. Не сдадите? Тут живет много собак, которые мечтают о хозяине. У тебя есть возможность им помочь. Спасибо, Кортни. Я все понял, и я тебя не подведу. Думаю, он усвоил урок и заслуживает второй шанс.